В День шахтера в Караганде прошел конкурс профессионального мастерства. В нем приняли участие более 300 горняков в 8 шахт области. Проходчики, слесари, подземники, машинисты, монтажники соревновались за звание лучших в своем деле. Участники устанавливали крепи, монтировали рельсы, тушили пожар. Все конкурсы проходили одновременно на огромной площадке в центральном парке города. Каждую команду поддерживала своя группа болельщиков. Такой конкурс проходит в области уже второй раз. Главная цель соревнований – показать нелегкий труд горняков. Всем карагандинцам, кто работает на шахте, всего вам хорошего, главное самое здоровье и семьи. И шахты, чтобы всегда возвращались здоровыми, самое главное.